В Оренбурге 5 лет назад появилась интереснейшая традиция ходить на публичные лекции в Оренбургский государственный университет. И вот уже 3 февраля вы можете сходить в университет и послушать лекции по медицине, экономике, географии или физике. Не знаю, как вы, а я всегда любила лекции, особенно если и лектор, и сама тема были мне интересны. Так вот, тут у вас есть возможность получить удовольствие от получения знаний. В этот раз вы можете выбрать одну из 4 тем, например, цифровое общество или пути пересечения психологии и географии. И еще 2 темы – это элементный портрет Оренбуржья и взаимодействие магнитных полей с живыми организмами. Как обещают организаторы, из этих лекций слушатели узнают об особенностях обмена макро- и микроэлементов в организме человека, положительных и негативных эффектах магнитных полей, роли цифровых технологий в жизни государства и общества, а также о том, что такое география поведения и как связаны между собой природа и культурная среда. Чтобы попасть на лекцию, нужно зарегистрироваться на сайте Оренбургского государственного университета. Единственное, все 4 лекции проходят одновременно, поэтому посетить получится только одну. Оренбургский педуниверситет тоже не отстает от коллег, и вот уже 9 февраля собирается провести Ночь науки. Мы знаем про Библионочь и про Ночь музеев, а формат Ночи науки не новый, но в Оренбурге он пройдет впервые. 9 февраля УГПУ будет работать с 19 часов, и Ночь науки начнется с 8 лекций. Правда, как и в УГУ, на все лекции не удастся попасть, но зато тема здесь на любой вкус. Например, что такое нано и как все начиналось, новые новейшие медиа, эпоха Телеграм и даже как хорошему учителю заработать на хорошую жизнь. Кроме лекций обещают еще тренинги, экскурсии по археологическому музею и филологические прогулки по Оренбургу. В общем, есть чем заняться. Программу «Ночи наук» мы опубликуем в нашей группе в социальных сетях, поэтому вы сможете все посмотреть сами. И не скучайте, до встречи на лекциях!